Здорово, стратегические жевжики! Вы слышите и видите главного стратегического жевжика планеты Земля Алексея Халецкого. И я продолжаю за зулусов на последнем уровне сложности божество проходить Sid Meier's Civilization 6. Подробности партии, как всегда, в первой серии. Так что, если вы случайно наткнулись на это видео, перейдите к первой серии. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Спонсоры канала все серии видят сразу традиционно. Большое спасибо им за поддержку. Ну и давайте продолжим, что ли. Мы вышли в золотой век. Кроме нас только Мали, Конго. И вот Германия, кстати, плохо. Чё возьмём? Опять же, пульс паровой машины не особо работает. Наверное, под охраной лжи надо брать. Чтобы быстрее тырить технологии. И двух шпионов надо построить будет, кстати. Так, что у нас тут по великим людям? Я Королёва вроде взял. О, слушайте, неужели мне Карл Саган достанется? То есть я два последних этапа могу просто великими людьми закончить. Вау. Так, ну ладно. Что мы тут делаем? Тут у нас вон этих можно пообстреливать самолетами Шеффилд. А, блин, я его не вижу. Черт. Блин, это как-то... Вот этот мне мешается, конечно, чтобы город увидеть. Слава богу. Так, надо подойти. Кстати, Шеффилд отваливается, потому что... Ну, 10 ходов я не буду ждать. Потому что в темном веке явно Англия. Мы его потихоньку заберем, потом Кахамаркой, наверное, займемся. Так, а в танчик я не хочу апнуться. Я хочу апнуться, только 530 стоит. Ап. Ап. И тигры у ног моих сели. Спрячу пока. Подождите, это до танка и это... А, это два одинаковых. Блин, что-то я думал, это легкая кавалерия почему-то. Так, а вот ты где. Сейчас ты умрешь тут. Людочка, ты сейчас умрешь. Так. Денюшков как-то не особо есть на апгрейды. Может, кому-нибудь нефть попродавать? Я смотрю, у меня тут нефти что-то дофига. Ну вот Франции. У нее много денег. Давайте мы тебе... Вот одна нефть сколько стоит? Нет, мне однократно, если можно. 9, 10, 11, 12. Ничего себе. Да сколько ж ты готова предложить? Это я не пойму. О, 50 уже нет. 45 нет. 41, значит, да? Интересно, за 10 нефти... Ну вот за 10 нефти 410 не будет. Тут как-то по-другому оно работает. Дайте 300 глянем. 300 будет. Просто мне не хочется типа... Я знаю, что если по одной продавать, то ты больше. Ну, вам это интересно смотреть будет, если я сейчас по одной штуке продавать буду? Ну, кстати, не так, не такая же и большая разбежка. Что, 399? То есть за 400... Что ж такое? Прикол.
То есть разница, грубо говоря, только в три монеты. Хорошо, а 20 нефти не за 8, ну, за 800, типа. Да. Ну так давайте 30 за 1200. Ага, 1200 уже не идет. 1100? Нет. Значит, давайте 20 за 800. Потому что это уже... Там, давайте проверим 810. Даже это подходит. За 814 готово. Так, как так-то? Как же тут высчитывается сумма, за которую они... Готовы продавать. Ладно, 815, все, хватит этой фигней заниматься. Я бы, кстати, в связи с этим, наверное, поставил сейчас скидка в стоимости на улучшение юнитов. И, в общем-то, за счет того, что мы кучу бабла получили, сейчас апнул в танке вот этого и вот этого. Так, а нам, по-моему, три танка там надо что-то ускорить. Если... Или я уже открыл то, что там можно было... Не, вот, композиты, три танка. Блин, может в современные танки еще заодно выйти? О, ушла пушка, отлично. Делаем Антананариву нашим союзником. Мы, типа, получаем столько послов, сколько надо, чтобы быть союзником, а всех остальных послов выкидываем. Интересно, сколько я за счет этого... Ага, плюс 10%. Значит, 5 у меня было. Ну, плюс 10%. Нормально. По-моему, неплохая. Неплохое дополнение. Так, военный инженер. Я бы, наверное, попрокладывал тут железную дорогу. Давайте у кого-нибудь еще купим уголь. Вот, 40 угля. Давайте посмотрим, что он нам... Давайте предположим, мы тебе 40 нефти за это. Ага. А алюминий? Я, кстати, с кем-то прекратил торговать, надо будет проверить. Возможно, из... Так, хорошо, если 30. Тут он не предложит равно, потому что у нас плохие с ним отношения. В очередной раз повторяю, я не знаю, это баг или специально сделал, но по мне так баг, потому что это ну, тупо неудобно. Какая разница, какие у нас отношения. О! Ему селитра, оказывается, нужна была. Мне-то селитра не нужна. Давайте попробуем именно селитрой расплатиться. Так, вот теперь нефть сверху. Так, давайте 20. Попробуем побольше угля забрать. 39. Нормально. Мне нравится эта сделка. Так, посмотрим, с кем я тут не торгую. Ага, вот у нас прекратилась торговля. Так, с этим война. С Россией нечем. О, Америка еще. Так, что-то хочет. Принимаем. Так, вроде вот теперь уже все. Да. Отлично. Неплохо торганули. Уголь есть.
танки апнули. Так, тут мы увидели город, отошли. Ну, чтобы нас не обстреливали. Сергея Королева держим на будущее. Следовательские гранды в Хайдарабаде. Ну, наверное, продолжим. Электричество ж тут есть, да? Есть. Только у нас осталось два хода в Агре. В Агре лабу надо будет купить. Уже строить не будем. Давайте тут зоопарк тогда сделаем. Так, а в Хайдарабаде продолжим исследовательские гранты. Блин, ну вот хватит мне. Тут один ход, это потому что я читал исследовательские гранты. Но следующим ходом я их не буду везде читать. А я не знаю, у меня не плюс 111, очевидно. Везде два хода оно идет. Ладно, заканчиваю ход пока. Он тут дамбу решил строить, прикольно. Я бы Кахамарку захватил, когда он уже дамбу построит. Что вы такое совершили, что Всевышний отвернулся? Да, кстати, нам надо Дели вернуть в истинную веру, у нас кризис. Надо не забыть. Апостолов купить. Нет, пожалуй. Не хочется мне ни алюминий, ни уголь продавать. Так себе предложение от Англии. Какие-то задания повыполнял. О, прогнозирующие системы добыли. И второе место все-таки я занял. Ну, нормально. А, ускорение двух социальных институтов. Охрана природы и глобу. Вот охрана природы, кстати... Хорошо тем, что как раз мы не могли нацпарк построить. А, подожди, так она у нас уже открыта. Что за фигня? Или она у нас открылась как раз за счет... Не, мы, наверное, сейчас открыли просто. Так, прогнозирующие системы ускорена. Охрана природы, глобализация и холодная война. Они все-таки ускорены. Так, холодная война. Расщепление ядра. Это... Значит, у нас ускорилось... глобализация и... Вот два аэропорта. А, нет, я и два аэропорта построил. Блин, я не понимаю. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, ну следующим ходом, я думаю, город падает. Так, вот тут у нас чувачок хочет, чтобы его осудили. Дальше. Ну, я бы здесь вырубил. Так, что у нас? Забрали, блин. И все позабирали, смотрите. Карла Сагана, Вавилон. Плюс 100% Корея. Черт. Черт, черт, черт. Ладно. Я, наверное, вырублю и ферму здесь сделаю. Она так хорошо будет влиять на всех вокруг.
Проект Манхэттен построим. Так, пушечка. Пока сюда перевожу. Так, тут железную дорогу дальше поведу. Поменяем местами. Танчик у нас будет готов к захвату Кахамарки. Ну, стою пока. Не хочу апать в ПТ-команды. Тут тоже можно отойти. Хотя у нас стоит карточка, но у нас денег мало. Я бы скорее бомбарды, например, во рту апнул. Да, наверное, надо будет следующим ходом. Так, с Индонезией я не воюю. Умные материалы ускорим. Исследовательские гранты. Ну, наверное, блин, или шпион. Давайте шпионов. У нас все-таки золотой век на шпионов. Плюс мне еще в каком-то городе надо. Не, в Балавае пускай проект Манхэттен. Квалами длине мы будем проекты строить. Ну, тут в Умглундлоу сейчас появится шпион. А, так все, это у нас будет три шпиона, а там четвертого я строю. Все нормально. В Германии союз с Индонезией? Ничего себе. Блин, мне, конечно, с Германией воевать надо. Сейчас посмотрим, что там по проектам. Не, ну танк, мне кажется, он никак не может убить. Да. Что за конгресс? Торговые пути. Давайте за Францию проголосуем. Я сомневаюсь, что она выиграет. Минус 20%. Блин, я не знаю. Давайте тут за себя, но я не думаю, что тут что-то пройдет. Даже я даже не знаю, за что там голосовать. Так, 2 очка дипломатической победы у нас в дипломатии никто. Ну, значит, за себя просто. Там без шансов. И всемирные игры пускай идут. Прям даже интересно, за что тут проголосуют компьютеры. Особенно вот по поводу там городов. Выращивание и лояльности. Так, торговые пути плюс 4 к Пачакутаку. Интересно, и кто это там в него так вложился? 8 индус заплатил. 11 Нубия. Ну, 5 Англия, понятно. Жуан 6. Вау. Минус 5 лояльности против меня прошло. Ну, вы знаете, мне не должно быть это страшно, потому что я в золотом веке, я не думаю, что будет. Так, 2 очка, мониторы. А зачем, интересно, Нубия, например, и, ну, португалец, ладно, португалец тут где-то рядом, а вот Нубия, она же вот тут. Как она с инком вообще торговать собирается? Удивительно. Так, вообще можно сейчас будет поменять карточку, я думаю, что... Надо сейчас будет апнуть все-таки юниты. Ну что, я забираю город? Отлично.
Так. Начинаем кахомарку обстреливать. Так, хочу апнуть вот эту фигню. В арту. И нам нужен дрон. А мы, наверное, его не... Ну, или шарик. Не, есть беспилотник. 840. Но придется, видимо, его купить просто. Так, шпиона. В ГАО. Попробуем в ГАО поворовать деньги. Так, теперь мне надо с кем-то поторговать, наторговать на то, чтобы можно было беспилотник купить, иначе у нас арта до кахомарки не будет достреливать. Я нафига его атаковал, я просто могу так сделать. Так, надо... Так, космическая гонга, Магнус, в снабжение надо ли делать? Мне точно надо купить апостолов. Или мы Дели? Или мы просто миссионерами обратим? Потому что сила на самом деле, что апостолов, что миссионеров, одинаковая. Там зависит от прокачек апостола. Кроме того, подождите, я могу... Есть же другая вещь. Я могу просто... Купить апостола, назначить... Да, давайте я так и сделаю. Сделаю инквизицию. Это очки эпохи даст заодно. Так, давайте с кем-нибудь поторгуем. 6 монет всего у Вавилона, интересно. Например, с Россией. Россия любит нефть, явно. Не понял, почему у меня два вида железа? Типа этот сузеренов, а это свое, да? Подождите, у меня по нефти плюс точно идет, да? Да, плюс 6 как минимум. Но вообще будет минус 4 должен быть в следующем. Даже минус 5, но все равно будет плюс. То есть, в принципе, нефть, нефти у меня дофига. Можно продавать. Ну вот, например... Франция за 30 нефти в прошлый раз 800. Нет. 400. Ой, нет. Что-то этот не особо. Ну, давайте с Мали поторгуем. У него вообще нефти нету. Так, давайте просто посмотрим за единицу нефти, сколько он готов дать. Тоже слабенько. Может, на джинсы, кстати, поторговать. О. Это, кстати, прикольно. Рим.
10 даже не. А что там тогда Франция так? Давайте, может, еще Франции продадим. Да, все еще готово. 20. А 30 уже нет. То есть тут уже поменьше будет. Но все равно это, по-моему... Так, ну давайте 20 за 400, да? Угу. Тут уже не так весело, как в прошлый раз. Типа слишком много нефти. Да елки. Ну, все равно придется с Францией. Тут просто тупо не с кем. Давайте 10 ей продадим тогда. Она даже уже за сотку не хотит. Хотя одну она за 20 покупает. Давайте 3. За 60, нет? Ну, а это за 40 она купит. Ладно, все. Мы слишком долго этой фигней занимаемся. Нам главное ж этого купить. Квадрокоптер. Так, а почему он не покупается? Вот эта фигня мешает. Кстати, надо бы ее апнуть, между прочим. Сколько она стоит? 175. Ну что, Амани возьмем? Вторугу. Чтобы до 6 добить. Ну, я просто отойду, чтобы под вулканом не стоять. Зачем-то армия кирасиров в море покупается. Подрыв дамбы люблю. Ладно, диверсия на производстве скорее тут важнее, чем подрыв дамбы. Да, больше шпионов нельзя построить. Может, логистику промышленной зоны читать. Но этот инженер мне точно не нужен. Ух ты, и всех генералов разобрали. Нет, 20 ходов. Давайте здание выканьте, потому что они науку дают. Так, может сменить все-таки карточку. Больше селитры угля. Уничтожение юнитов. Ну, это тоже прикольное. Плюс 12 науки прикольное. О, рационализм 25. Наверное, рационализм поставлю. О, раскочегарились до 760. Блин, а немец-то не сильно отстает?
прямо скажем. Так, я, наверное, танком... Блин, если индус уберет отсюда линейного пехотинца, конечно, танком, наверное, сюда надо встать. Одну пушку сюда тогда всуну, но это будет и так отсюда доставать. А, нет, не будет... Нет, должна доставать, подождите. Должна доставать, что-то я... Хреново считаю. Нет, линейный пехотинец там так и остался. Умные материалы добыли, отлично. А мы его сейчас убьем, наверное. Так. Теперь пушечка сюда. Дрончик тоже сюда. Ага, пушка этим ходом не может пока стрелять. Окей. Не, ну кахомарку тоже должны вроде быстро брать. Так, тут 6, тут 6, Таруга 4, в Женеву давайте до 6 добьем. 831 наука, зашибись, и Болонья у нас еще есть. Так, основываем Инквизицию. И покупаем Инквизиторов. Видите, они 70 стоят. Они просто убирают чужую религию из городов на моей территории, это лучше, чем... пытаться перебить. Так, где у нас еще иудаизм и есть священное место. Тут нету. Вот в Майсуре есть? Есть. Так, я думаю... Ой, я миссионеров купил. Фак. Как всегда. Так, инквизиторов... Кирасиры прискакали. Так, господи. Как это такое возможно? Почему он выжил? Четырьмя морскими юнитами обстреливаю наземный юнит, спустившийся на воду, и не убиваю. По-моему, тут что-то нечестно. Так, апостол. Надо его вылечить. Кстати, вот видели, наконец-то у меня сработала способность зулусов. Раньше я захватил город корпусом танков, и он стал армией. Не знаю, как это, типа, работает в реальности. Так, вроде шпионы очень неплохо работают пока. Очень хорошо ускоряюсь. Давайте... Нет, давайте просто оружейную построю. Да, тут самолетики строим.
Лаба готовая, на науку переключаемся. Давайте, наверное, рабочего я тут сделаю. Так, я уже везде... Так, кстати, тут я Шеффилд захватил, может... Нет. Ну, типа, плотину построить. Нет, тут не надо. Не убьют они танчик. Так, а кто это рок-группы у нас гоняет по городу? Ой, по планете. Да не, культуры не. Слишком много других цивилизаций, у которых дохрена культуры. Франция, Германия и Вавилон очень много культуры имеют. Еще и Россия 406. И Америка. Короче, слишком много цивилизаций с офигительной культурой, которая защищает от победы туризмом. Соответственно... Слушайте, а может мобильные ЗРК еще дальше? Ну ладно, у меня денег нету. Так, ну выглядит так, что следующим ходом должны взять. Интересно, как-то танчик вот так атакует из тоннеля. По-моему, это нереально. Так, сначала инквизиторами работаем. Есть. Ну что, это будет считаться, что кризис выполнен? Хоть следующим ходом увидим. А давайте разграбим, пускай обстреливают. У нас там армия танков, я не думаю, что у Англии вообще есть силы армии танков противостоять. Хоть что-то ей сделать, точнее, даже так скажу. Не смотрю специально по улету, что там у людей. Хочу сначала сам космопорт построить и тогда уже оценивать. Очень жаль, что мы... Не смогли там вот этого чувака тоже на проект урвать. Так бы мы... Нельзя, что они все по очереди осуждают. И почему Франция наоборот не осуждает. Франция и Вавилон наоборот со мной дружочки такие. Надо
глянуть, кстати, у нас отношения с ними. Вообще, меня еще поражает, что улетает не Вавилон, а Германия, еще раз повторю, 712. Такое ощущение, что там Германия какие-то города захватывает. Давайте глянем вообще на города Германии. Композиты похитил, ядерный синтез похитил. Как у меня... Все, я правильную взял... Золотого века. Так, Германия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, 14. 14. Ну, он захватил Сингапур и Маскат. Это города-государства. У других... Подожди, Анций. Анций — это, по-моему, римский город. Германия сейчас с кем-нибудь воюет на данный момент? Да, Мали... Конго и Америка. Блин, чуть-чуть не хватает, что ли? Блин. Ну, я тогда не буду пока захватывать лучше. В следующем, видимо, минус арта. Судя по всему. Так, в Гао тырим денежку. Здесь... Блин, эта башня мне везде мешается просто. Нет, 355 не хочу. О, хищение технологий, зашибись. Так, здесь... Дальняя связь. Будем пытаться. Так, что мы тут? Ну, надо в нанотехнологии, тем более, что мы мимо композитов пройдем. Потом ядерный синтез, а потом умные... Не, подождите. А умные материалы через ядерный синтез. Значит, все верно. Не, слушайте. Блин, а что мы должны делать, я не пойму. А-а-а! Не так, все правильно. Я обратил Дели, и теперь мне надо вот эти 12 ходов удерживать, чтобы в Дели не появилось как раз... Индуизм не появился. Так это работает. Так, все отремонтировано. Лабу. Ну, давайте лабу. Не знаю, правда, 12 ходов долго довольно. О, дали 110 за союзничество Феса. Как будто я первый раз к Вадукузу обратил. Так, ну тогда этого миссионера давайте в Квала-Миндлине. Ну, не знаю пока. Миссионер, может, я много сделал, наделал миссионеров. Блин, кто-то в Антананариву влил 8 послов, 7. Так, ладно, надо добить. Как бы
Культура Санта-Нанариву очень неплохо мне идет. Восемьсот науки. Ну, я поражаюсь, конечно, Германии. Просто как она рвет. Еще не убили мне арту? Вау, почти убили танчик. Да фак, видите, я не смогу этим танчиком забрать, он убьется. Да елки-палки. А чем мне забирать? Этим не добежит же этот Зулус. Ой, Зулус, как его. Или добежит. Сейчас глянем. Сильно вообще Шеффилд отваливается? Минус 11. Ну, потому что столица рядом, Лондон. Мне кажется, взятие Кахамарки должно неплохо помочь. Блин, у него тут зенитная пушка. Но с другой стороны. Так, вот тут меняем. Где тут ставим 5-летний план? Либерализм оставляем. Наверное, военную науку поставлю все-таки. Так, тут первый посол. И в Болонью. 867. Разгоняем, разгоняем. Да. Ну, блин, убьется танк. Я вам даже покажу сейчас. Так, подождите, только не этим. Блин, а тут и самолет может сейчас убиться об зенитку. Фак. Надо прокачать против ПВО. Ну, надо этого танка подводить. Мы иначе ничем другим не заберем. Что-то Инк внезапно очень хорошо защищаться стал. 3700 армии у Вавилона. Поехали, запуск искусственного спутника. Напоминаю, что инквизиторы работают только в своих городах. Вы не можете чужие города очистить от религии инквизиторами. Шеффилд не дал науку за Фесса, потому что он не первый раз обращается в иудаизм. Ну, Кахамарки, наверное, поведем. Думаю, что следующим ходом мы ее возьмем. Так, что-то я не вижу вообще никаких других. Ну, вот какие-то апостолы, хотя, ну, вообще можно сюда, да, отправить. Так, слушайте, а что мы этого генерала держим? Тамерлан-то поработал на славу, но уже... Не юниты возрождения явно. Давайте его как раз на этого танчика используем. Опыт дадим. Перебрасываем юниты на фланг борьбы с инком, но не апаем. Чё, нету никого.
Ну, блин, все, у Рима уже ничего не своровать. Так, кто там за Германией? Вавилона я не могу, у Кореи. Блин, не вижу города. Хорошо, а мониторы? А мониторы вроде видел. Строители. Шпиона давайте. Так. Хайдарабаде. Вы, может, лучше в Хайдарабаде шпион, он быстрее там сделается. А тут строителя все-таки лян. О, 4 хода, быстрее на ход. Зоопарк, тут я лабораторию все хочу купить. Так, все, на что у нас с улетанием. Два проекта: Вавилон, Корея и Германия. Нанотехнологии и умные материалы немцы открыли. Корейцы нет, Вавилон открыл. Фак. Шьёрт, побери. Чё-то они как пока быстрее. Улетают-то. Ничего. Мы их догоним. Наверное. Вавилон-то ломанул. В итоге. Так, кого-то убили таки. Арту? Да, Арту. Ну ладно. Жалко, что я не этим танком буду захватывать, конечно. О, кстати, поставил танк в город, и Шеффилд прекратил отваливаться. Ну да, там корпус дает плюс 3 лояльности, плюс это современный юнит. Вот это вот все. Так. Успешно добыто. Фабрику в Умгундлуву разграбили и рудник. Что-то инк раздухарился, я смотрю. Ну, половину здоровья сняли, видите? Ладно, захватываем Кахамарку. Слушайте, а монумент мы ж можем купить сразу. Так, не понял, а почему я тут уровень не получаю? А, он... В защите стоял просто. Так, ну что, время Лондона. Интересно, Малир все еще воюет с Англией или нет? Воюет. Влить морской порт. Так, куда у нас тут? Не пришли никуда, да? Апостолы тут были.
Ничего, у меня, походу, все мои города в моей религии, да, кроме вот эти Квини. Давайте, наверное, исследовательский ганг. Катя, уже ядерное оружие могу делать. И технологию скрытности. Сперли. Не, нормально шпионы у меня работают. Нормально. Блин, вот этот инженер очень не скоро получается. Кто-то его заберет. Космопорт в Дели готов. Давайте куплю канализацию. И построю атомку. Слушайте, а линии Наска работают даже на море. Прикиньте. Ну это, по-моему, странно. Так, куда с этого апостола-то? Отправить, да, давайте в Шеффилде пускай сидит. Будем смотреть, какие-нибудь апостолы чужие придут. Так, и у нас следующим ходом демократия. Проект Манхэттен. Ну, ядерку надо взять. Так, в Кахамарке. Производство, наука. Видите, не растет город, потому что ушли явно эти... Как их называются-то они? Ладно, возьму амбар. Нет, все равно не растет. Кстати, вот тут фабрику... Нет, там... Там Умгунгундлову должно работать. Террасы, террасы. Уникальные улучшения. Вообще я не вижу, а где у... Вот террасы, вот. Например, ферма-терраса. Тут вот явно где-то была ферма-терраса. Тут была... Вот в пятерке уникальные улучшения сохранялись при захвате города. А в шестерке они просто уничтожаются. Интересно глянуть вообще, как сейчас... Не, давайте пока отклоним. Как сейчас религия распространилась по миру. Иудаизм я вроде поздно основал. Я вообще удивлен, кстати, что аж целых две религии еще было свободные. Обычно на божестве они просто так быстро все разбирают. Не знаю... Почему? Видимо, такие нерелигиозные цивилизации получились. Я выбрал. Ну, Россия ясно религиозная. Конго просто, например, не может основывать религию. Так. Берем демократию. Ну, учетные банки возвращаю. На своей территории неинтересно. Где тут у нас? Вот, новый курс. 100% ставим.
И, возможно, гражданский авторитет надо поставить. Тысяча науки. Выглядит неплохо. Стрельцы и пикинеры завалили ПТ-команду. Наверное, апну до РСЗО. Крабов мы просто соберем. Так, а еще что я тут его держу? У нас основной космопорт вот этот. Ну вот теперь у меня все города реально мои обращены в иудаизм. Дает 35 веры вход. Мне интересно, в принципе, вообще индуизм, конечно, лидировал долгое время. Православие 50, католицизм 18, протестантизм 26, индуизм 15 всего лишь. Ну вот считайте иудаизм в тех городах, где раньше был этот индуизм. Ислам, сороги, православие и ислам друг против друга. Я не вижу смысл вот это укреплять, потому что это здание, а там уже построено у меня здание индуизма. Ну, где-то не построено, но мне пофигу. Уже мне здания, кажется, не нужны. Поэтому нет смысла укреплять дальше. Так, надо углем поторговать. Ой, это я натуралиста отправил. Куда он караваны отправляет, посмотри, через мою территорию? Англичанка. О! Да блин. Чуть-чуть не достаю. Ладно, мы вас тут ждем. Кстати, могу... в современный танк уже апнуть. Следующим ходом. Ну вот куда он поплыл?
Продолжаем прокачивать. Я вообще уже следующим ходом, по-моему, карту открою, так что тут бессмысленно немножко с этой каравеллой плавать. Нечего у Нуби тырить, представляете? Ладно, давайте исследовательски. Или ядерку. Давайте ядерку. Подождите, а какой у нас... Мне бы еще этого робота сделать. Ну, основной по производству, понятного, сквала Миндлини. Эти квини 17 ходов строит. Не, подожди, это размер. Один ход остался. Вот в эти квини, я думаю, надо будет человекоподобного робота. Блин, 1000 науки это я хорошо раскочегарил, но я все еще отстаю. Так что у нас там следующая эпоха еще не начинается. Нет. Но я не думаю, что я в следующей эпохе выйду в золотой век. Почему меня все по очереди осуждают, я не понимаю. Я не знаю, почему никто третий проект не начинает делать. Вавилон и немец, у них уже второй, третий, четвертый проекты открытые. Но они их не делают. А я сейчас карту увижу всю. Так, Пайтити было на карте. Озеро Крейтер. И все. Так, искусственный спутник мы запустили. Смотрим. Ну, Англия и инки тут в бедных родственников. Мали неплохо расселился. Конго. У Конго проблемы, очевидно. Кстати, видите, не знаю, захватил или отжал по лояльности. Так, тут Франция доедает индусы, я так понимаю. Причем Амбуаз — это бывший французский город, который когда-то отвалился по лояльности. Калькутту захватила, смотрите, Франция. Наш воюет, да, с индусом? А, не, мир заключила. Ну ты даешь, Франция. Давайте я тоже мир заключу с индусом. А, пофигу. Ну просто, чтобы там мелкие его эти не бегали, не мешались. Германия выглядит очень неплохо. Хотя, знаете, не сказать по размерам, почему у нее так круто по науке идет. Америка примерно так же выглядит, да? Рим почему-то маленький оказался. Удивлен, что Нубия Ереван не захватила. Ну, в общем, в итоге у нас реально есть вот отдельный континент, где Россия и Франция вдвоем тусили. Ну, прикольно, прикольно. Но я думаю, что окончание уже будет в следующей серии. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете, становитесь спонсорами. Кстати, спонсоры могут прямо сейчас продолжение уже посмотреть во вкладке сообщества. Супер спасибо оставляете, большое спасибо за вашу поддержку в эти сложные времена. Ну, на этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь, и Россия будет свободной. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.